Всем привет, с вами Нильфгорн, и сегодня буду обозреватель и поиграю немножечко в игру Vagante. Не знаю, точно ли я говорю, может Vagant или Vaganti там или что-нибудь. Я не знаю, как еще правильно говорить на английском языке это название. То есть, поборники английского языка и тем, кому важен правильный говор и понимание английского языка, то, пожалуйста, уходите, потому что вам это видео не понравится. А те, кто хотят посмотреть просто игру, посмотреть геймплей, то милости просим. Но, сразу говорю, это не песочница, это пиксельная графика, это платформер, и, похоже, она была сделана изначально под какую-то приставку, потому что настройки здесь какие-то очень уж странные, потому что меню у нас Space, пауза и Escape. То есть мы поставим паузу так. Вот меню Escape поставим. Valk, это я не знаю. Swap Cancel, тоже не знаю, что такое. Cast Spell, V. Ну вот это ладно, это нормально. V, C, X. То есть и Jump, Melee Attack. То есть на кнопках будет все управление, похоже, именно. То есть Melee Attack V, так. Swap A. Ну ладно, попробуем немножечко. Попробуем поиграть. Так. А если я не хочу лучника? Ну ладно. Так, стоп. Странно. Главное, ничего не происходит. Так. Ну, это пауза, это меню. А, вот. Что-то я не понял, что произошло и почему не переключался. Так. Маг, воин, лучник. И, в принципе, я хочу лучника. А вот теперь, какой кнопкой это выбирается? Блин, да что ж такое-то? А, вот так вот. Так, и я могу менять какой-то цвет его зачем-то. Притом. А, вот так вот. Все понятно. Теперь управление. То есть привыкать нужно, конечно, потому что. Угу. Потому что как-то странно немножко он себя ведет. Никакой стрельбы у меня пока что нет. Точнее, ну, я почему-то не могу пока что ударять. А возможно... Нет. Все правильно. Вот эта же кнопка работает. Так, ладно. Перегибаться. Побежали. Шифтом намного медленнее ходим. Туториал. Ух ты. Ага. Ну, в принципе, управление интуитивное. Но вот поначалу как-то непонятно, куда нажимать. И, возможно, это будет... Ух ты, классно-то как все. Так. Да что ж такое? Ой-ой-ой-ой. Блин, классно. Это все выглядит очень отлично. И... Так, у меня плюс там вот горит вот здесь вот. Но мышкой, в общем, не используется. Так, X. Ну, понятно, это милишная атака и лук. Так. Все понятно. А если я... Ха, очень забавненько. Честно говоря, очень миленько все выглядит. То есть, ну как миленько уж. Интересно выглядит, то есть в таком хорошем виде все двигается, то есть... Ух ты, классно, он еще и цепляться может. То есть шифтом, отлично. Отлично. Так, а вот интересно, я могу забрать как-нибудь эти грибы, к примеру? Похоже, нет. Так. Вот что-то мне пишут, но я боюсь, да, что... Ну-ка. Может быть... А, все понятно, вот теперь я просто... Ого. Понятно.
Так, красный факел, это значит сохранение. Так, ладно, ребятушки. Потому что, ну, сами понимаете, я, конечно же, буду вначале разбираться. А вот можно ли поднимать? Я не вижу, что можно как-то предметы поднимать. А, три стрелы-то надо хранить. Так, shift. Ага. Так, стоп. А, ну это я сделал, потому что... Так, стоп. Если мы шифтом идем, то он сразу цепляется, но... Как вот упасть и чтобы не умереть? Оп. Вот, ну все, понятно. Оп. Так, это мы уже запомнили, что это ловушка. Так, вода. Офигеть. Спейс, чтобы быстро, как бы, толчок делать. Классно. Кстати, странно, что... Так, вот здесь вот интересно, здесь же можно этот камень подвинуть. Блин, ребятки, выглядит очень интересно. Притом графика такая, ну... Графика, мне такая графика нравится. Я не знаю, почему, она, конечно, старая, нереалистичная. Но, не знаю, она реально... Да что ж такое-то вы не даете мне? Она мне реально всегда нравилась. Состав, ну, может, у меня какая-нибудь ностальгия. Все, понятно, я думаю. Ну, я вижу, секрет написано. А, ну как... Ох ты. Пух. Так. То есть стены некоторые... Опа! Сразу нашел. Какую-то бомбочку, смотрите. Круто. То есть секретики еще можно всячески находить. А если не хочу... Ай. Ага, вот так вот. Ладно, хотя бы так. Так. Open меню, потом A плюс Shift, то есть... Tabs, что-то, не знаю, не работает. По крайней мере, у меня не получается такая комбинация. Так. Отлично. Я поднял меч, но... Как в него... То есть, как его использовать-то... Меню. Так. Swap cancel. V. V. C. Понятно. X. Меля так. Понятно. Геймпада нет у меня. А. Понятно. То есть как-то меню, оно вот открывается. И смотрите, здесь в принципе я могу использовать, пожалуйста, меч, к примеру. Так. Вот. А могу бомбочку использовать. Ага, забавно. Так. Так, все теперь понятно. Теперь с меню тоже понятно. Так. Ну, я могу... Тап... Что-то с инвентарем здесь написано. А, ну вот как раз, наверное, инвентарь. То, что можно зайти. Но как-то могли бы одну кнопочку под инвентарь ввести, а без меню как-то вот. То есть мне приходится два раза нажимать. Ну ладно. Думаю, это... А, вот. Меч-то он... Юс... Чё-то геймон... А, ладно. Честно, я не понимаю... Так, книжка. Какая-то книжка магическая. Ой. Я ее выкинул случайно. Ага. То есть у меня... Понятно, еще магия есть. Ну просто вообще шикарно. Ну, логично, что магия есть, раз есть маг. Но все равно, я имел в виду, что... Я-то думал, что у лучника ее не будет. Ну-ка, ну-ка. Так, нет, я не хочу. Оп, так. Здесь нету, значит.
Оп. Ух ты! Вот это я вообще не ожидал. Так, weapon, ну, оружие и вот. Чё за... А! А, все, понял. Держа кнопку А и нажимая на, допустим, на ближний бой, мы сразу переключаем между оружиями. И здесь вот между оружиями. Ну и потом, понятно. Все, понятно. То есть мы переключаем между кнопками. А вот Shift-Tab я что-то не понял. Даже он у меня выдало, что... Так. Вот здесь вот это вот стрела же. Я вот так и знал, что здесь какой-нибудь цветочек. Ага, еще. А как вот стрелять вниз, интересно? Вот это мне не рассказали. Но хотя, в принципе, тут и не получится вниз стрелять. Ну как не получится? Мне так кажется. Так. Как там? А, вот так. Не, ну конечно, в такой игре нужно привыкать к управлению, это однозначно, потому что... На 6, в упор прям на 6-то. Так. О. О, торговец. Привет, чувак. 23... 22, а у меня вообще сколько монет? А, 59, а это что? Ну это бутылки регенерации, я так понимаю. Это 23, 22, а чем отличается? Ну давайте купим. А, вот даже вот так вот. Спасибо, чувак. Отлично. Сожрал бутылку. Ну или съем еще, скорее всего. И еще я, кстати, могу купить одну. Давайте посмотрим. Да что ж такое? Мне неудобно. Ну, скорее всего, да, использование вот бутылки придется использовать вот так вот, если мне захочется... Захочется ее заюзать. Ого-го. Хорош. Так, еще опыт, кстати, копится, я вот смотрю в нижней части. И поэтому это будет интересно, потому что я когда-нибудь получу опыт. Так. Отлично, отлично, хорошо. Я такой, типа, крутой. Эй, такой вышел. Это же туториал всего лишь был. Упс. Так, ну он разбился лицом такой о пол. Так, и куда мне дальше? А, либо я здесь закончил и здесь вышел, либо наоборот. Сейчас посмотрим. А, вот, все, первая пещера, Dark Cave. Ага, и у меня при том... Все забрали. Не, ну конечно же. Так, а вот как вот. Я не вижу, как можно стрелять вверх, к примеру. Ну, мне кажется, все-таки. Стоять! Мне все-таки кажется. Отравили, да черт возьми! Как-нибудь. Ой. Что произошло-то? Почему у меня... Блин, что-то я вообще не понимаю, что происходит. Потому что... Ху-ху-ху-ху! Шлем. Так, ну-ка. Оп. Умри. Вот так вот, отлично. Так. Жалко, шлем не отображается. Так, +1 defense, -cold resist.
То есть тут еще и только шлемы. Ну, то есть и шлемы есть. Но жалко, не отображается. Мне это не нравится. Ладно, это не то, что не нравится. Так. Блин, не туда выстрелил. Оп. Хорош! Вы что творите? Это что такое? Офигеть! Офигеть! Это как вообще? Я его, конечно, поударял, но, блин. Чё-то я не понял, что с первого раза прям и босс, что ли? Вы хорош. Хорош, хорош. А, блин. Чёрт. А, 4 жизни осталось. Чёрт. Давай, цепляйся. На. Потому что я еще больше не знаю, как. На, блин. Все, меня убили. Гейм овер. Ребятки, честно говоря, что-то как-то сложновато. Я вот так вам скажу. Сложноватенько. Опаньки. Еще рандомные уровни? Ну, вообще. Так, отлично. Первый же прыжок и первый же... Ах, ну, это только я могу так. Ладно. Тут сложного, поверьте, ничего нету. Так, а, light green, что-то какая-то. Блин, сразу же босс был. Ну, как-то это мне немножечко странновато. Блин. Что-то я вообще не понимаю, честно говоря. Red. Так, ладно. В общем, упор надо поменьше подходить. Вот я вот единственный понял. Так. Так. Не, у меня... Это сложно, в общем. Я не знаю, что, но это реально сложно. Притом разные уровни, и это, так скажем, таки нелегко все. Блин, вообще сложно это. Тут еще, я не знаю, прям Golden Scroll, какой-то золотой скролл, Red Scroll. Так. Отлично. То есть еще монстры сами умирают от шипов. Это хотя бы радует. Так, бомбочку дали. Бомбочка, это тоже, конечно, хорошо. Ва-ва! Офигеть. Как? Ва-а-а, круто. Я какую-то девку спас. Блин, принцессу нашел. Или, ну, скорее всего, просто деваху. Оп-оп. Как я выстрелил много стрел-то за раз. А, это даже какая-то... Ну-ка, что ты мне можешь показать? Ну, что у тебя есть-то? А, 35 и перчатки, смотрите, какие-то. Fat Hair Fall. Я такое слово вообще не знаю, честно говоря. Но у меня есть бутылочки какие-то. Блин. А чё мне с тобой? Ой-ой-ой. Нет, нет, я не хочу, не уходи от меня. Блин, а как я ее ударил-то, чёрт? А, блин, ее просто надо было не бить. Ладно. Еще с девкой какой-то тут ходить. Как так?
Я вообще не понимаю. Тут прям на каждом шагу тебя ждут. Ждут какие-то препятствия, которые ты, конечно же, не пройдешь. Игрушка очень сложная. Какая-то бутылка. Есть. Блин, да меня каждый убивает. Это жесть какая-то. Офигеть. Так. Наверное, я зря этот камень скинул, потому что я не смогу сломать потом. Блин, похоже, да. Потому что я не смогу сломать сундук. Да блин, а! Все, я запутался. Меня все отвлекают не вовремя вечно. Офигеть. Офигеть. Да нет. Еще управление очень неудобное, честно говоря. Ну вот что это? Зачем мне в меню входить? И при том паузу, если тоже нажимать, а кнопки меню самой нету. Странно, в общем, это вот. Так, как здесь быть-то? Ну ладно, второй я сброшу. Камень второй, но... Чего это мне поможет-то? Очень сложно. Потому что вот, ну, просто вот все моменты игры пока что я не знаю. Поэтому дохну, наверное, как вот сивый кобыл. Да, игрушка на первый взгляд очень интересна, но очень сложно, я сразу говорю, потому что, ну, лично мне довольно-таки сложно в нее вот играть. Плюс, скорее всего, немножечко неудобное управление, потому что я уверен, что игрушка заточена под геймпад. Ну и такого отлично. Отлично, блин. Просто отлично. Если я сейчас еще вверх прыгну, еще выстрелит. Как эти моменты обходить, я тоже не знаю, честно говоря. Так, здесь тупик у нас. Так, акулы какие-то, пираньи, рыбы. Так, хотя бы уже не упал к рыбкам. Это хорошо. Так, отлично. Иди сюда, иди. Какие-то не летучие мыши, а летучие глаза, да? Жалко, что у меня нету... В общем, жалко, что я не могу стрелять вверх. Вот это очень-очень печалит. Так, ничего здесь нету. Ладно. Сами видели. Может быть, я в каких-то моментах, конечно же, тупил. Там неправильно, может быть, что-то делал. Не спорю. Но игрушка все равно сложная. По крайней мере, ну, мне так кажется, что она сложная для управления на клавиатуре. Потому что в большинстве случаев такие игрушки, они сделаны, ну, если они предназначены под геймпад изначально, то на клавиатуре, ну, как правило, всегда будет сложновато ими играть. Так, вот там наверху что-то есть. А как туда забраться? Есть вариант. Вот так вот прыгнуть. Но сейчас попробуем. Во. Отлично. Тут, да тут вообще прям склад нашел. Еще бомбочка. Так, от дверей. Ну-ка, стены. Интересно, вдруг они тоже здесь секретны. Так что вам решать, конечно же, делал ли я неправильно что-то. Там кривые руки ли у меня, либо еще. Да что ж ты, разворачивайся. Конечно. Вот тоже надо привыкать, потому что когда бьешь, он как-то не резко разворачивается.
надо вот эти моменты все учитывать и довольно-таки... Есть. Так. Все, какой странный червяк. В общем, слов от меня, наверное, больше не нужно, потому что все видно, все понятно. Я надеюсь, по крайней мере, что именно так. Я надеюсь, показал. Если вам понравилась игра, давайте наберем какое-нибудь определенное количество лайков. Допустим, ну, 50 лайков наберем и... Я выпущу следующую серию по этой игре. Попробую, по крайней мере, пройти хотя бы один уровень, потому что, ну, это какой-то новый босс, новый монстр, и я вот боюсь вниз спускаться, потому что он мне наваляет, и там еще дверь. В общем, честно говоря, я пока, наверное, в другое куда-нибудь место схожу. Посмотрим, вот, может быть, сюда. А вот, к примеру, можно сходить, потому что глядишь, что-нибудь и выбьем новое. Так, большой сундук. Да что... Вот этот момент тоже в луке раздражает. То, что если вы повернулись в одну сторону... Так. Угу. Учтем, нужен ключ какой-то. Если вы повернулись, ну, на луке в одну сторону, то в другую сторону вам уже... В общем, не светит повернуться. Так, отлично. Смотрите, мне прям... Ух! Я прям не хочу заканчивать серию, потому что что-то как-то оно поперло. Ну ладно, давайте попробуем вот здесь вот убить. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Все, я так и знал, что здесь какой-то супер навороченный чувак, который мне сейчас будет просто убивать меня. Но я знаю, вот... Есть... Так, перчаточки. Смотрите, что он делает-то? А что это он от меня убегает-то? Странно. Или это какой-нибудь... Типа, ну, как сказать... Бывают же такие персонажи, как гномы с сундуками... Вот не хочет прыгать, да? Так, отлично. Ну, в общем, это дверь куда-то, а вот... А куда? И назад я вот не могу вернуться уже, кстати. Save game характер. Не понял. Не понял. Так, а, вот теперь все понял, то есть. Ху-ху! Отлично. Все, понял. То есть я сохранился, как бы прыгнул на в начало, ну и как бы показали. Я не знаю, зачем я в начало прыгал. Так, и уровень второй. Понятно. Будем иметь в виду, что если ключ надо будет найти, то назад я уже ну, не смогу назад вернуться. То есть ключ надо искать на уровне. Ну, я думал, вдруг можно. Ну, ладно. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, присоединяйтесь к моей группе ВКонтакте. Также мне требуется переводчик обновлений, апдейтов, всяческих описаний к играм, потому что с английским у меня проблемы. Сильно, пожалуйста, не ругайтесь за то, что я не знаю английский. С вами был Нильфгорн, всем всего хорошего,